Доброго дня вам, наши рок-карапузики. Сегодня мы с Маргаритой приоткроем немножко шторку, естественно, мелкий цветочек, в нашу рок-кузницу. Раскроем пару секретов. Всем будет интересно. Покажу песню «Кислородная эйфория». Все мы любим группу Led Zeppelin, и вот решили с Маргаритой написать такую песню, как бы отдать дань великой любимой группе. Для начала песне нужно что-то ритмообразующее, какой-то каркас, и я использую плагин Easy Drummer. Пошла по традиционному для тех лет пути, просто опустила бочку. Пожалуй, для, скажем, Дженнис Джоплин этого уже было бы достаточно для того, чтобы написать песню. В совместной работе Пейджа с Плантом, которая очень как-то запала в душу, они привлекают к работе музыкантов, таких очень аутентичных, для того, чтобы создать особую ритмику и такой восточный колорит. Я тоже использую плагин Indian Dreams для того, чтобы создать подобную атмосферу. В плане гитар мы используем тоже довольно традиционный для тех лет прием. Это обращение одного и того же аккорда. В нашем случае это ре мажор. Никак не обойтись в подобной композиции без звука ситар. Также для какой-то плотности использовала электроорган, ну, такой стандартный плагин, и бубен, все из той же, из того же пакета Easy Drummer. Он идет на четвертую долю для того, чтобы как-то дополнительно подчеркнуть ритм-секцию. Сейчас мы с вами послушаем вступление, его предсведенный вариант со всеми обработками. Как-то так. Что ж, спасибо за внимание. Держите хвосты пистолетом, пальцы вилочкой. А мы дальше будем радовать вас отличным мясцом.